Вопрос задают часто, что происходит после покупки франшизы. После покупки франшизы к вам присоединяются три куратора. Один куратор, который полностью курирует вопрос, связанный с вашим помещением, с лицензией, с ремонтом. Второй куратор, который занимается всеми вопросами, начиная от оборудования, все административные вопросы. Он подключает к вам всю систему маркетинга, он подключает к вам банки, он подключает к вам все, что нужно для того, чтобы ваша клиника с первого дня работала успешно. Он занимается все, что касается программного обеспечения, поддержки клиники и так далее. Третий куратор – это куратор, который занимается помощью вам в найме персонала, в составлении правильной мотивационной сетки и в том, что он обучает вас, как работать с пациентами и как построить отдел продаж вашей клиники, чтобы он был успешный. Все три куратора остаются с вами на протяжении всей вашей работы с нами. То есть это не разовые действия. Вот. Мы постоянно вас ассистируем, вас постоянно помогаем, курируем, ведем. Потому что наша цель, чтобы вы работали, чтобы вы зарабатывали и зарабатывали мы. Вот. Это то, что будет происходить. Сразу после покупки франшизы, если у вас нет помещения, мы начинаем с вами вместе искать помещение. Если у вас есть помещение, мы начинаем заниматься уже сразу ремонтом его, покупкой оборудования, лицензированием и так далее. У нас есть очень четкий алгоритм, как открыть клинику за 3 месяца. Мы четко вам его даем. Вам не нужно думать, вам нужно просто работать с нашими кураторами по алгоритму.